Скажіть, а ось вам цілими місяцями тут на самоті не важко працювати? Звичайно, що важко, Маша. Але ми люди суворі. Це ж наш обов'язок. Яка цікава відповідь. І як вам пасується шапка? Дякую. Я цього бобра сам вбив. От так от. Люс. Вау! А біцепси які? Та що ви кажете? Біцепс? Ну є біцепс трошки. Хоча ви праві, біцепс у мене чималий. Ви дуже цікавий співрозмовник. Дякую. Дуже. Але час нашого інтерв'ю вичерпано. Наостанок я б хотіла лише одне. Що завгодно. Я би хотіла вас поцілувати. А що ти за людина? Я тобі казав, в цій каністрі самогон, а от у цій керосин. Ленусь, не смотри по сторонам, чтобы нас не узнали. Да, хорошо. Класс. Как же я все-таки рад снова оказаться в этом зале. Но... Слушай, и я. Давай только быстрее, потому что мы и так опоздали, концерт уже идет. Да, Лен, ну ты видела, какие пробки на дорогах? Ну и что, опять на вертолете надо было лететь или что? Ну, в самом деле. Ладно, давай. Где наши места? Я не знаю, где они. А, вот здесь. Извините, да. Пожалуйста. Извините, пожалуйста, наши места просто. Да, простите. Да. Ваш рюкзачок тоже, да? Спасибо. Ой. Спасибо. Слушай. О, хорошо. Вов. Да. Же как здорово ты придумал, чтобы нас никто не заметил. Мы спокойно отдохнули в первый ряд своего двойника посадить. Это классная идея. Скажи, да я вреднул. Можно теперь... Немножко, да. Я, кстати, вот двойника на экран вывели, видишь, он показывает. А, да. Слушай, ну, не сильно похож. Не похож, да? Да, какой-то вид уставший. Да не, нормальный вид у него. Да. Это самый похожий, кстати, из всех был. Тафанов, в зале присутний президент Украины Володимир Зеленский. Все, я встаю, давай. Вова! А, я забыл. Ты что? Я забыл. Мы же здесь. Перестань. Так а че он не встает? Ты предупреждал? Да тебя же поймут, что... Вставай! Вставай, пожалуйста! Меня же поймут, что это не я! Встань, пожалуйста, тебя без... Вот это вкусно! Слава Богу! Фух! Слава Богу! Слушай, пронесло, да. Да. Подожди, а это с ним что? Ермак и Шефир сидят? Не. Это его охранники, загримированные под Ермака и Шефера. Это тоже классная идея. Да, это тоже я. Подожди, а вот это слева от двойника, это кто? Ну-ка, ну это твой двойник. А, да? Да. Слушай, а не сильно она красивая, Вова? А? Да какие ко мне вопросы, это он ее выбирал, Лен. Ты такое тоже спросишь. Ой, ну что, как ты думаешь, тебя... Ребята сегодня будут подкалывать? А чё меня подкалывать? Я что, поводы какие-то даю, что ли? Лен! А? Чё ты молчишь? Я говорю, я что, поводы какие-то даю? Ну, сейчас посмотрим. Да ну нет, ну не могут они меня подвести. Чё ты так думаешь? Ну хоть кто-то ж должен меня не подвести, Лен. Ну, ты тоже быть. Как спросишь, я не знаю. Смотрят на меня. Ну, хороший концерт. Мне вообще нравится. Вот этот актер вот этот нравится. Какой? Вот этот, ну, который... Какой? Ну, какой? Я не помню уже, какой. Я 3 года тут не работаю. Ну, вот этот вот нравится. А, Вов, это Лена. Лена? Ну, вот прикольный вот этот Лена. Прикольный. Ну, хватит. Да, да я шучу, ну, шучу. Слушай, я знаешь, что подумал? Я просто, когда пришел в зал,
Мне просто сон такой снился. Какой? Ну, что я уже прихожу в зал. А, серьезно? Вещий сон. Это как? С четверга на четверг. Угу. Понятно, понятно. Я просто в два лег, а в пять встал. А, вот поэтому да. Вещи, да. Слушай, Ленусь, а у тебя жвачки нету? Да не, у меня нет. Зачем тебе жвачка? У тебя же в пиджаке всегда. В кармане? А, внутрь. Это... Блин. Что? Да я ж двойнику пиджак свой отдал. Ну и что теперь делать? Да ничего, не сейчас, подожди. Да ну, Вова. Тихо, я жвачку хочу. Двойник. Двойник. Как его зовут? А, Валера. А, да, Валера. Валера. Валерчик. А, телефон, у меня в телефоне есть? Же есть записан он сейчас. Я выбирал. Так, двойник Валера, вот сейчас я его наберу. Да. Возьми трубку, двойник. Это я звоню. Валера, это Зеленский. Во-первых, выключай звук, когда приходишь на концерт. А во-вторых, ничего не говори. Просто если ты меня слышишь, просто кивни. Вижу, слышишь. Валер, там во внутреннем кармане пиджака моего лежит моя жвачка. Я ж надеюсь, ты ее не ел? Если не ел, то передай мне, пожалуйста, ее как-то. Руку туда вниз под этот протяни и под сиденьями передай между рядами. Да, 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 давай, я принимаю здесь. Давай. Да, уже хорошо, ряд целый прошел, да. Да, там охранник вот лежит, вот ему передай. Не в зубы, в руку дай, да, да, хорошо, да. Давай, тяните. Сейчас. Мужчина, мужчина, вы можете ногу убрать? Мне там жвачку передать не могут. Да, да, давай, давай. Давай, тяни, тяни. О, есть. Все. Валерчик, спасибо большое. Молодец. Спасибо. Да. С этой жвачкой все. Давай смотреть концерт. Давай, давай. Пожалуйста. Ленусь, слышишь, а? Просто пить хочется. У тебя водички нету? Господи, Вова, сейчас посмотрю. Сейчас, мне не надо, смотри, я сейчас Валеру попрошу. Сейчас. Возьмем. Трубку возьми, Валера. Пожалуйста. Алло, Валер, я ж просил выключать звук на телефоне. Смотри, это снова Зеленский. Если ты меня слышишь, просто моргни. Вижу. Молодец. Валерчик, смотри, там у Ермака... Во внутреннем кармане пиджака. Пятилитровая баклажка воды. Валерчик, не надо под этим, просто перекинь, я тут поймаю. Вова! Что? Нашла воду. А, нашла. Все, Валерчик, извини, по Ермаку отбой. Да, давай, пока, пока. Слушай. Да. Тебе мужчина впереди не мешает смотреть? А это не Разумков? Да нет. Тогда не мешает. Ой, вообще здорово, Вов. Правда? Как тебе концерт в целом? В целом неплохо. Ты знаешь, что касается актерской игры? Да. Да. Конечно, никогда не думал, что скажу это. Но смотрю я на ребят и понимаю, при Порошенко было лучше. Да. На. А вот то, что они сделали вот эту штуку с сурдопереводом, это они молодцы. Угу. Да. Прикольно.
Только знаешь, что я заметил? Что? Что она переводит только тогда, когда я что-то говорю. Да ладно тебе. Я серьезно. Смотри. Я что-то говорю. И опять что-то говорю. А, точно. Ленка, по-моему, она узнала меня. С чего ты взял? Но она смотрит на меня и улыбается. Так, быстро сейчас. Слушай, Вов, давай, знаешь что, давай, наверное, будем идти, потому что уже не только она на тебя смотрит. Конечно, давай будем идти, пока нас идем, не рассекретили. Идем, только тихо, прошу, пожалуйста, идем. Давай. Давай, идем. Все, идем. Тихонечко. Извините, пожалуйста. Давай, пошли. Сейчас, подожди себе. Ну? Щина, извините, вы вакцинировались? Держите 1000. Возьмите. Я не помешаю вам. А вы вакцинировались? Да? Держите 1000. Пойдем уже. Вы вакцинировались? Нет? Гоните 1000. Пойдем уже. Ладно, идем, мне еще страну с Новым годом поздравлять. Кстати, что в этом новогоднем обращении будет? Снова все про мечту? Нет, на этот раз про планы. А мечта будет только одна, чтобы эти планы побыстрее осуществились. Все, побежали, минус, давай.